В рамках проекта «Единая Россия. Городская среда» депутаты окружного совета проверили завершение работ по благоустройству детской площадки на улице Каштановая в Заречье. Игровой комплекс «Улыбка» был построен в 2010 году. Сейчас он реконструируется в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий. На объекте обновили резиновое покрытие и частично заменили малые архитектурные формы на игровой площадке. Также установили новый воркаут и столы для армрестлинга, заменили уличные тренажеры. В ближайшее время обновленная площадка с комплексом разнообразных элементов откроется для посетителей. Все работы ведутся качественно и находятся под контролем.